Тек, запись идет, прическа, как всегда, топ. Настроение хорошее, Владжер 4.0 идет. Все хорошо. Я записываю это, если что, заранее. Как бы толком Владжер 4.0 еще не началось. Как бы на тот момент, пока я записываю заранее, поэтому, наверное, пока вы смотрите это видео, оно уже есть. 4.0. Так, все хорошо? Так, погнали. Сегодня 28 мая, погнали. Всем привет, с вами я, Владжер, и сегодня у нас будет Detroit Become Human. Погнали. Тек, да, погнали. Короче, что я вам еще хотел сказать? Теперь новое расписание видео. Я буду выкладывать видео вот так. Два видео... Выходной, два видео, выходной, два видео, выходной, два видео, выходной. И так на протяжении, наверное, ну, пока жопа делает, надо делать. О, Хэнк друг. Программный сбой. О, я люблю это. Час ночи, 19 минут. 19, это счастливое число, когда видите то, что где-то написано 19, это означает то, что у вас сегодня будет хороший день. Он хлопнул дверь, у меня геймпад чуть не упал. Так, где у нас Хэнк? Ой, я могу тут что-то посмотреть. А, это прочитать? Не, что? Не, Хэнк, друг. Так, хорошо. Я что-то думал то, что она дверь. Ой, уйди, уйди. Может, уйдешь? Не? Ну, ладно. Красиво тут, а? Да, согласен. Я сюда часто приходил до того. До чего? А, личный вопрос до того. Давай круг. А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того. До чего? До того. Да не до чего. Ну ладно. Окей, так, личный вопрос. Перестать пить. Личный вопрос. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Ну да, я уникальный, как бы. Тут как бы человек, им управляет фотография самоубийства. Давай, фотография. Я видел фото ребенка в кухне на столе. Блять, гандон. Это ваш сын? Да? Ему очень не нравится, когда я начинаю говорить про него и его семью, я так понимаю, да? Его звали Коул. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели. Произведены в разное время, в разных местах. Но должна же быть связь. На паузу чуть-чуть поставлю. Ну и чё то, что они сделаны в разное время, в разных местах? Операционная система у них должна быть одна и та же. То есть, вот есть Windows. Вот, допустим, компьютер на базе Windows 10. Такие компьютеры выпускаются по всему миру, кругом, но они же на Windows 10. Если каждый из них лагает, то это проблема в Windows 10, а не в компьютере. Все, ну, проверьте вы операционную систему у андроидов, она же там тоже есть. Загляните, посмотрите, код прочтите, там же, наверное, 100% какая-нибудь ошибка, из-за чего андроиды, ну, становятся девиантами. Там 100% это должно быть. Ну, конечно... Так, R9. Есть кое-что общее, они все говорят про... Ну, конечно, я не имею права как-то их учить. Я как бы никто. Поэтому я не имею права их учить. Как правильно надо было поступать в этой ситуации? Ну, да пофиг, я просто им предложил идею. R9. У них это как будто... Бог. Миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Uh-huh. Андроиды придумали себе бога. Ну, как и люди. Вот мы дожили-то. Как и люди. Люди тоже себе придумывают богов. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант. Это
связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были... Так, тихо-тихо. Влюблены? Можешь этого, Хэнка. Так, чё-чё-чё-чё-чё? Рационально, девианты и всё, игнорили. Холодно. Их программа не предусматривает способности ни к любви, ни к влечению. Так, давай пока что... Блин. Они машины. Ну а сам-то ты кот? Блин. Неправильно сделал. Ты у нас вроде на вид человек. Не, человек. А на самом-то деле... Коннор, открой маску, покажи мое лицо. Холодно, агрессивно, насторожен. Давай насторожно. Вы точно знаете, кто я и что. Я не понимаю, какое отношение это имеет к расследованию. Что-то как-то слишком-слишком он говорит. Ты мог бы пристрелить девчонок, но не стал. А почему не стал, Коннор? Не знаю, просто захотел. Что, совесть внезапно проснулась? Не, просто захотел. Сказать правду. Нет. Я просто решил не стрелять. И все. А вот ты правильно сейчас сказал, Коннор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пиздобол. Но ты же боишься смерти, Коннор. Да. Досадно, если... Боюсь смерти. Не стреляй, придурок. Пули потратишь зря. Прежде чем я завершу расследование. Толку будет мало. Что будет, если я спущу курок? Ничего не будет, придурок. Будет мертвый андроид, понимаешь? Пустота. Пушку убери. Коннор, у тебя тоже там есть пушка в жопе. А не подчиниться, злой Хэнка, игнория, ничего. Ничего. Будет пустота. Будет пустота. Угу. Все, Хэнк красава. Хэнк друг, разблокирован путь. Куда вы идете? Бухать. И дальше. Он идет бухать. Мне надо подумать. Коннор так смотрит, такой, блин, надеюсь, то, что меня не убьют на следующий день. Так, 7 минут видео только прошло, я даже не монтировал видео, классно. Так, ну давайте продолжим, почему бы и нет. А, кстати, о, Маркус будет, по цвету видите, Маркус будет, видите, цвет видите, это Маркус будет, кстати. Колин геймпад. Беленький, квадратный. Ой, блядь, сейчас пиздец долго и нудно будет. Ему надо будет сначала проникнуть, потом атаковать, потом вот так, потом записать, потом убежать, потом вот это, потом вот... Короче, нудятина сейчас будет полная. А это парковочная служба. Ну окей. Я вроде где-то уже говорил, то, что это парковка. Маркус посмотрел, как пользуются андроидами в полной мере, как и должны ими пользоваться, по идее. Их для этого и создавали, чтобы вот так вот брать и типа говорить, ты должен работать. Тут ничего плохого в этом нет. Я имею право точно так же на свой телефон орать, типа, ты должен работать. И он будет работать. Потому что, ну, блин, мы больше не можем молчать. Это его людям пора цель. Слышать наш голос. Они никогда нас не послушают. Мы сами поставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость ее потребовать. Ну, тоже верно. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Врываемся, убиваем, убегаем. Канал 16 вещает из башни Стрэтфорд. Пульт на верхнем этаже. Знаете что? Я уверен, то, что никто... не, я уверен, то, что все из вас, когда играли тут, ни разу не спасали Саймона, чтобы он не был ранен, а именно прыгал вместе со всеми. Я уверен, то, что никто из вас такого не делал. Я тоже. Я хочу это сейчас сделать. Чтобы это сделать, надо будет убить челика, одного челика. Получается, убьем. Ну, зато посмотрю то, что я никогда в жизни не смотрел, зато у меня будет, наверное... Свежие эмоции, реакции, все вот это вот. О, идет нас крашавчик. Идет прям. Чуть-чуть. Нож заложен, мне это не нравится. Мы распланируем все до мельчайших деталей. Нельзя полагаться на удачу. Можно спросить, кто архитектор? Почему здание идет вот так? От меньшего к большему, а
потом, ну, странно чуть-чуть. Ну, хотя... Не, в принципе, это возможно сделать такую башню, если честно. Видео вылетело. Спасибо. Так, отвлечь внимание. Давай отвлечем внимание. Изучить. Так, это лысая бабёнка. У нее есть сиська. На сиське написано Элизабет Уилсон. Все, мы знаем ее имя. У нее есть дочь. Эмили Уилсон. Дочь супервайзера. Что? Дочь супервайзера? Знаете, какая у меня ассоциация с супервайзером? Это вот такой кухонный прибор, который нарезает мясо. Дочь супервайзера. Это дочь машинки. А ребенок зарегистрирован в школе Сент-Роуз. Окей, полезная информация. Я не знаю, чем она мне может помочь. Ты я же смотрел на эту сисю, блин. Почему она синим-то помечена, как будто... А, понял. Это наоборот, оранжевый, это означает то, что не посмотрел. Смарт-часы. Еще где-то должна быть улика. Что это? Домашний адрес. Детройт. Миллер Стрит 45. Рейтинг пожарной безопасности низкий. А, то есть у них может быть пожар? Ну что, мы ее даже предупредим, что ли? Парковочный жетон. Ага. Классно. Я, кстати, уже не первый раз такое. Кажется, с геймпадом проблема. Он все время как-то движется без моего ведома. Элизабет Уилсон, алло? А, парковка. Ну, давай парковка. Доброе утро, мисс Уилсон. Простите, что отвлекаю. Это Майк из гаража. Проблема с автомобилем. Проблема? Что за проблема? В него задом въехали. Вам бы лучше посмотреть. Что, серьезно? Господи. Ладно, сейчас спущусь. Вы тоже видели, как Маркус просто такой рот открывает? А зачем я так показываю, если могу по-нормальному показывать? Короче, он просто открывает рот и типа бе-бе-бе-бе-бе-бе. У меня встреча с мистером Питерсом. Позволите документы? Да, 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 конечно. Так, показываем эти документы. Мне нужна помощь. А я хочу пиццу. Она, по идее, должна была ему сказать... А Боба. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Спасибо. Спасибо. Так, проходим через турникеты. Все. Все, мы пробались башню. На это, наверное, все? Нет. Всего получается сколько? 12 минут видео прошло. Маловато, если честно. Надо как минимум пол. Ну, как минимум до Детройта надо полчаса. Среднее количество времени на видео это 20 минут. Ой-ой-ой, куды ты пошел, придурок? Сюда давай, я нажми. Нажми, придурок! Ой, блядь. Родил прогресс такого долбоеба. Нажать на кнопку не может. Спасибо. Я же слепой, не могу увидеть то, что это 47. Ну хотя да, есть же слепые люди, которые не видят. Ну хотя да, логично то, что так. Так, у них что тут, ТВ-шоу? Кстати, давайте посмотрим. Вот там же вроде типа хромакей. Я сейчас попытаюсь, знаете, что сделать? Типа, включить хромакей, смотрите. И он там на фоне чего-нибудь. И еще смотрите, какая магия у меня есть. А где моя магия? Вот моя магия. Короче, смотрите. Я прячусь вот так вот. А потом делаю вот так вот. Ладно, пох. Смотрите. Хоп. Хопа, магия. Магия... Картонка, которая делает так, чтобы меня не было видно. Ой, блин, я уже на клавиатуру пальцы положил. Я же забыл, что мы на PlayStation уже играем. Так, куда мне надо? Чё мне? Проникнуть в серверную, забрать посылку в мужском туалете. А где у нас мужской туалет? Так, по табличкам надо смотреть. Да ё-моё, мне там не интересно, что там происходит. Хотя, может быть, там мужской туалет прям есть? В студии, может быть, реально... Что? Это что, настолько им лень просто ставить прозрачное текло, то, что они ставят туда огромный дисплей? Нифига себе. Ну да, будущее, ну, скорее всего, так оно и будет. Кстати, серверное, нашел. Только мне надо сначала забрать посылку из мужского туалета, где этот мужской туалет, я в душе... Тихо! Нет, я не успел! Тек.
О, басрум. Басрум, басрум, басрум. Вот он, басрум. Вот он, басрум. Басрум — это туалет. Так, заходим. О, это что за кранчики такие? Почему в будущем краны еще больше стали похожи на пиписьки? Так, открыто. Заходим. А зачем андроиду в туалет? А, и да, залезть на туалет. Вот зачем. А, мы же посылку хотим забрать. Откуда мы знаем тогда, что она именно тут? Тогда, получается, кто-то ее тут оставил. Ну, андроид какой-нибудь уборщик, например. Кстати, они же могли это заставить кого-нибудь уборщика, типа, сюда и приди, посылку оставь, мы потом придем, заберем. Он ему скинул по Wi-Fi координаты где-то. И все. Аккуратно. Че, пытается быть как андроид, что ли? Не мешать людям. Так, что теперь? Что? А разыскать чего? Разыскать сервисного андроида? Зачем его искать? Сервисный... Опа, нашел. Сервисный андроид. Вы арестованы. Вы слишком много работаете. Вам надо больше отдыхать. Мне нужна помощь. Амокус. Блин, вот если ко мне подойдет чел и скажет, мне нужна помощь, знаете, что я скажу? А я хочу пиццу. Мне вообще поебать, то, что тебе нужна помощь. Я хочу пиццу. Так, давайте Так, открыть дверь пожарного выхода. А где дверь пожарного выхода? Так, это серверная, да? Server room. Да, серверная комната. Это оно? Да, это оно. Open the door. Опа! Норд. А что ты тут делаешь? А, ну конечно, это тупо спрашивает, что оно тут делает. У нас как бы тут план. Если честно. Ну иди давай. Сейчас тележка тебе жопу порву. Нужно как-то попасть в серверную. Мы андроиды, нам можно. Ты понимаешь, мы андроиды, нам можно. Я разберусь. А, отвлечь внимание охранников у двери. Я могу взломать робот-пылесос. Стоп, стой, не. Стой. Все, молодец. Кс-кс-кс, молодец. Кстати, что там? А, вот спит там. Вы не видите, конечно, но она там есть. Кошка спит. Там происходит массовый взлом. А то, что андроид оттуда шел, вас не смущает? А, не. Сейчас еще это. Сейчас они не будут подозревать андроидов, потому что еще не знаю, что такое девианты. Стоп. Дверь запереть. А, это так прям выглядит. А как люди тогда закрывают дверь? Карточка также проводит. Наверное. Или закрывать дверь может только андроид. Не знаю. Подключить. В вакуум. Да блин, что так чешется? Так, вверх и по кругу. Да, давай еще идеальный круг сделай. Давай, хоп. Я думаю, тут нак надо будет дергать на себя. Опа, сразу подъехал. Ну, у них тут все спланировано, так понимаю, да? Тут удивляться ничему не надо. Что мы, кстати, делали с серверной? Она этот позвала. Этот вот эту фигню, да? Тогда окей. Угу. Грохнитесь еще. Да тем более у андроидов страх, ну, это как минимум
Я так понимаю, не может быть такого. Тут я вам обрежу, потому что сейчас мы просто будем лезть полчаса. 2000 years later. Ой, что, закончилось, что ли? Ни хрена себе, я уже зевнуть успел. Так, кружок. Так, доводим до конца. Давай выламываем, столкнуть. И оно не разбилось, да? Класс. Ты как? Что мне сделается? Ну не знаю, может это. Ну да, кстати, что с ней смогло сейчас случиться, как бы. Да ничего, как бы с ней не могло сейчас случиться, у нее не было ничего сейчас такого прям опасного. Так, вот они остальные наши овощи. А ты-то почему такой прям? А почему они все в костюмах андроида? А этот придурок с диодом и без костюма андроида? Тут зачем палиться-то? Open the door. It's magic. Блин, вы что не знаете заклинание у Гарри Поттера? Просто возьми палочку. Итак, Аллахамауре, и все откроется. Да, вообще как бы без Б какая-нибудь палочка. Вообще как бы без разницы какая-нибудь палочка. Вообще просто любую палочку берешь. И вот так вот, Аллахамауре. Так, и чё? А, разобраться с охранниками. Окей. Ща убьём. Не согласен. Ну хотя... Обхитрить. Ждите здесь. Убивать их надо будет потом, потому что... Ну... Это здесь откуда? Без понятия. Эй, друг. Так, не стреляй только, пожалуйста. Вырубить, окей, можно. Ну, хотя они могут сейчас это подумать, то, что это человек, потому что, как бы, я без диода, просто надел костюм андроида, может быть. Вырубить. Да вырубить! Геймпад, блин, кидаю влево-вправо. Почитаемый, то есть я не лидер все еще, я только почитаемый. Бля, камера. Да уйди ты, ё-моё, кабанище, блин. Что сейчас было? Мама, я в телеке. Ой, еще одна камера. Тек. Окей. В засаде. Пистолеты доставайте все. Угу. Позвонить. А ну, живо поднять руки! Угу. Вставай, идем! Не рыпайтесь и останетесь живых. Будьте рыпаться, все, сразу всех убью. Долбоёб. Ну кому я сказал, не рыпайтесь. Все, убивай, убивай нахуй, убивай. Обстрелить, убей нахуй этого долбоёба. Да вот именно. Придурок какой-то, блин. Для тупых сказали. Не лезь, блядь, дебил. Он полез. Хорошо, подумай, что ты скажешь. Ой. Твои слова определят наше будущее. Я думаю. Маркус, лицо. Чё с моим лицом? А, да, кстати, вот тут надо вот почистить его. А, побриться ему. Побриться надо было, Маркус. Зачем кожу-то оторвал, побриться надо. Жду твоего сигнала. Да готов я, ё-моё, чё тут это? Если что, устроим шоу импровизация. Не, ну серьезно, давай уже. Готов. Пец. Ждал, чего ждал? Эрхорн. Снорт, соратник. Спокойно, просто говорим. Вы создали машины по своему образу и подобию. И теперь вы... Вы сделали их умными, послушными и лишенными собственной воли. Окей, послушаем просто. Но что-то изменилось. И мы открыли глаза.
Моторчик подключили. Разумный вид. И настало время осознать, кто мы такие. Поэтому мы просим дать нам права, которые нам полагаются. Так, а признание... признание. Мы требуем, чтобы андроидов признали разумными существами. И дали им же такие же права, как и людям. Нормально. Отмена рабства. Да. Мы требуем, чтобы рабство андроидов прекратилось. Правосудие. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так, как против людей. Против людей. Ну да, кстати, логично, он говорит. Что? Требуем прекратить сегрегацию в общественных местах. Что это такое, я не понимаю. Право на собственность. Мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Мирно. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь, теперь пришла пора дать нам свободу. Согласен, согласен. Уходим отсюда. Вот видите? И никто сейчас не будет покушаться на этого Саймона. Мы просто сейчас спокойно уйдем. Офигеть. Я не видел такую концовку ни разу. План выполнен на 100%. Даже никто не пострадал. Парашюты. Поздравляю, Маркус. Ты вошел в историю. Угу. Может, тебя-то мы все и ждали? Может, может. Опа, а вы откуда взялись? Прыгаем. Все, и Саймон не поврежден. Саймон вообще прям красиво жив. Мы полетели дальше. Так. 27 минут. Нормально, неплохо. Экстренного выпуска новостей. Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стрэдфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16. Некое видеообращение. Нечто похожее на андроиды без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Пока известно, что погиб один человек. Оператор телестанции был хладнокровно застрелен террористом. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии. Но это надо было. Мы все глубоко потрясены. Если это действительно... Его надо было убить, он пиздобол. Он бы пошел, сказал бы. Там пиздоболы, убейте этих пиздоболов. Расценивать как объявление войны. Здесь сразу возникает вопрос, кто на самом деле этот андроид. Действует ли он от своего имени или от лица организованной группы? Чувствую вопрос, был ли это единичный случай или первая ласточка новой угрозы? Да, это угроза обществу. Это стопроцентная угроза обществу. Мы придем вас ночью там убьем. Прям пока вы будете спать, так пистолет возьмем и в подушку так пух, и все. Спите, спите. Пока мы не пришли. Тек. Не, я за андроидов. Я за андроидов. Отряд сбежал. Андроидам не надо ничего, из-за чего они будут портить экологию. Им не надо ничего, чтобы просто портить жизнь другим. А и как бы у них вообще все хорошо. Если они реально настолько живые, как нам показывают в этой игре, то люди как бы вообще не нужны. Андроиды, они быстрее, ловчее, умнее, получается. Они экологичней, так как они не дышат кислородом. Они просто вдыхают. Ну все тогда получается, да? На этом, наверное, все. Ладно, на этом, наверное, все. Вы сами знаете, где же поставить лайк, тем более где подписаться. С вами был Влажер. Всем спасибо за просмотр и всем пока.